Турецкий. Турецкий парусник. Подальше от него, это русский, нам надо к турецкому берегу быть. Мы везем с собой нелегалов. Да? Да. В Турцию хотите? Нет. No. No, 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 no. А вы хотите в Турцию? Да. Да? Значит, плывем в Турцию. Мама рулит. Мама реально рулит. Мама всегда рулит. Давай дальше заплывем. Она отсюда доплывет до берега. Тем более в жилете. Все, девочку за борт. Нет, подождите. Дайте мне телефон, я позвоню бабушке, она будет смотреть, как мы с горки. Будешь спускаться? Да. Ну давай. Первая мама пошла в целях безопасности. Первый пошел. Второй пошел. Ты чего? Ты должна была с горки. Тут 7 метров глубины. Куда ты прешь, деточка? Давай, греби. Греби. Я в тебя верю, греби. Как ты на спинке? Покажи. Так, папа, мы уже заплыли. Я знаю, сейчас отгребем. Нравится? Да. Мама. Всем на борт, отплываем. Все. Это моя банда. Это моя банда. Все мы твоя банда? Да. Ну что, банда, за борт? За борт, брось. Сейчас я тебя брошу. А ну брось. Бросить тебя? Нет. А чё, сама давай прыгай. Вот туда, к маме. Переходи и прыгай. Давай, а ты что, уже взрослый. Ждать не будем? Не, давай, прыгай. Не, сейчас я прыгну, и вот это волны у нас покачают. Куда покачают тебя? Меня. Да. Шире, шире. Ну давай, прыгай быстрее, волны идут. Давай быстро, сама, как ты умеешь. До берега далеко грести. И за борт ее бросает. Бомбочкой давай. Ударилась? Чуть-чуть. Ударилась? Ударилась? Да. Сильно? Нет. Не больно? Все, поплыли, мама, от нее. Давай, доплывешь до нас. Ну давай, там 7 метров глубины, давай. Плыви, плыви. По собачьему, как тебя учили? Вот, отлично. Давай, быстрее так. 3 сантиметра до ручки. Смотри, уже скоро парашютист там. Ты все никак не доплывешь. Все, доплыла. Ваша теперь очередь, мама, бомбочку показывать. Ну, пожалуйста. Давай будем жрать. Где? Здесь? На берегу поедите свою дыню. Прыгай. Парашют прям над нами будет пролетать. Вам лишь бы поесть. Прыгай. Хочу я прыгать. Дыню, персик. За ребенком. Ребенок. А. За ребенок. Смотри, я хочу посмотреть, как парашютист над нами будет. Какой? Вот этот? Вот этот. Одинокий парашютист. Над нами. Кто-то... Ой, гляньте, кто это? Лебедь. Черный лебедь, я же за него и говорил. Да. Я за него и говорил. Какой-то мелкий. Да, ну он далеко просто. Ты там как, держишься? Да. Точно? Да. Пари парашютисту привет. Маши парашютисту. Парашютисту привет.
Мы тоже скоро полетим, да? Не, я не полечу. Орала, я хочу летать. Один летает, а остальные с пользой, с пользой для дела. Че зря лодку гонять-то? Так они там сидят, он даже не висит. Ну, классненько. Тебя машет парашютист. Может, это дядька? Тетка? Смотри, сейчас махнут, наверное. Людей не будет, а махнут. Прям рядом-рядом. Все, ей сейчас махать будет, смотри, ножками. Да? А может будут? Махнут. Как миленькую махнут. Жопку махнули и все. Класс. Вы так хотите? Нет. Нет? А если раз такие утопят? Как утопят? Ты же в жилетике там. Там в жилетике? Да. Но нет, не бывает. Бывает. Я там видела, там фотография висела. Все, ее посадили уже, видишь? А вон в тех горах мы были, мама. Да, вон в тех. Вон там. Классно? Или вон там. Ну или вон там, или вон там. Тут везде горы, тут мы везде были уже. Может быть, вы не везде. Это мы не были на тех заброшках. На заброшках куда мама не пустила? Мы уже открыли, были далеко, иди греби. Иди греби. Иди греби, без тебя никак. Кира, ты грести хотела? Смотри, мам. Да, теперь другого посадили, видишь? У нас это лето, получается, все на катамаране провели. Следующее мы будем два раза в день, да, плывать на катамаране, потому что есть один у нас человечек. Катамаранчик. Ну так это же дешевле, чем на лодке. Кира! Кир! Выходи, грести надо к этому. Давай, на педали садись. Нет, не будете, давай. Держу. Держу. Садись на мамино место. Будем грести. Будем? Кирусь. Ну давай, садись. Села? Все, поплыли. Ну, как ты будешь так плывем? А, так ты не крутишь. Давай, давай! Крути, крути! Мама там спряталась. Да? Ты не уедешь, наверное, там втихаря. Мама, уже опять, что быстро. Давай, крути. Не быстро.
Быстро что? Кого нету? Услышите, у меня часы есть. Давай, греби. Вторую ногу ставь. Что, прыгаете? Нет, да. Давай. Прям с сиденья можешь прыгнуть. Ну да. Можно? Становись. Да я тебе помогу встать. Подтяни ей только жилет. Не надо ей ничего подтягивать, это нормальный жилет. Мама покажет, что это не больно. Ну давай, мама. Ты всю камеру залила, мама. Нечего было не покупать, да? Все, к берегу гребем. Куда вы тянете мою лодку? Ты куда лезешь, телепузик? Куда сюда? Дыню есть или персик? Нет. Персик будешь? Нет. Я персик, мне посреди моря. Попозже чутку. Чутку попозже? Залази, я верю, ты сама сможешь. О, молодец, сама залезла. Садись вместо мамы, будешь грести. Можно мне еще прыгнуть? Ну давай. Она еще хочет прыгнуть. Прыгай. Сейчас заберусь и прыгаю. А, ты с сиденья хочешь прыгнуть? А, съехать? Нет, посидеть. Посидеть хочешь? Хитрая Жуля. Сейчас садись. Кира, сейчас ноги не ставь на педали. Мама там гребет. Видишь, как мама гребет? Там, как водяной. Ну, расскажите о своих впечатлениях. Как вам нравится на катамаранах плавать? Да. Ну. Плывем, плывем. Плывем. Ну так давай, рассказывай. Я помогаю маме. Не надо маме помогать. Убирай ноги, Марина. Кира гребет. А ну еще раз. Придет кто? Сока, I love you. Смотрите, орел. Орел? Да. Сока это герой в мультике Наруто. Догнать муравей, здравствуйте. Где ты его видишь? Вот он стоит. Ее любимый герой. Снова ты встретила капитана Воробья. Все, всех воробей уплыл от тебя. А ты чего не плачешь? Всех воробей уплывает. Кто там?
Какой? Одинокий, без своей подруги он. Может, без друга. Да, ну ладно. Лайфхак, мама. Видишь? У нас тут 28 градусов сегодня. 16 вечером будет. Не, 18 будет вечером. Но самое интересное то, что они не утонули у меня. Она ныряет. Ныряет? А ну еще раз. Ты уплываешь далеко. Нырните еще раз. Пока! Видишь, они у меня все-таки не утонули. И не заржавели. Смотри, давай, ныряй. 2 года назад с ними плавал, да, сейчас смотри. Плаваю. Ныряет, ныряет. Все, молодец. Неудачный кадр. Это нормально. Как доктор вам говорю, это нормально. Заползай. Девушка в жилетике. Прыгнуть хотите? Нет. Не хочешь больше прыгать? Нет, я хочу наоборот. Слезать! Езжай, съезжай. Залазить будешь? Сама? Ну давай. Ага. А потом, когда она встает, я ее пытался за жопку подтолкнуть, сам чуть под воду не ушел, она еще вниз давит. Хитрюга. Иди, едь. Ты же хотела. Подтяни только жилетик чуть-чуть. Да все там с ним нормально. Да еще подтяни. Ну что, ты едешь, нет? Мама, давай прыгай. Прыгай, я за тобой. Прыгай, мама за тобой. Где будешь прыгать, откуда? Отсюда давай, съезжай лучше. Это холодная, как лягуха. Съезжай, то нас сейчас позовут назад. Ну давай, прыгай. Первая. У нас время закончилось, давай, прыгай. Мама, давай, я хочу, чтобы ты... Съехала? Да. Ну давай посмотрим, как она съедет. Горка сухая, у меня жопа сухая. Давай, ты езжай, намочишь горку, а давай. Я уже поеду. Ты первая, давай, быстро. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вон на мокрое в конце. Ну в конце. Ну садись давай. А тут я что буду? Это самое. Ну съезжай, у тебя купальник мокрый, ты мне намочишь горку. Все, намочила, давай, мама. Она не поедет первая. Я же не съеду мокрая на сухой горке. Прыгни сначала тогда. Ничего. Хитрая, да? Все, мама пошел. Держись, пошел. Все, поехала. Даже не дурила. Затормозила под конец. Давай. Конечно, затормозила, потому что... Едь, давай. Прыгай давай. Уговори. Вот так вот. Отпуск заканчивается, они все прыгают. Красотища. Пляжик центральный. Наши колесико. За колесиком наши домики. Пирог чье? Чайки редкой. Чайки редкой. Да, мама? Да. Крайне резко. А все грузы, то что они выбирали, да? Конечно. Чайки на море быстро выбирали. Ну что, покатались? Пойдемте на море. Еще. Вечером покатаешься после моря. Нет. Ну правильно, покатайся, позагорай. Да,
да, мама? Что ты там с моря несешь, покажи. Ракушек. Угу. Надо тебе? Да, не побольше. А мы стоим на берегу в синем платье. И очень выгодновать, что мы братья. А давай еще свою любимую, про юность свою. Давай. Звук поставим на всю, и соседи не искать, чтоб под нами внизу вы простите меня. А потом о любви говорим до утра. Это юность моя, это юность моя. Твоя, твоя. Моя. Да? Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. И в танце унесет. Куда папа пропадает? Все вы не летали до утра. Бжи, бжи, бжи. Нет. Пыш, пыш, пыш. Летали до утра. Ну давай, там пчелы, пчеловод, что-то там пело. Пчела и пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет, танцы унесет. Пчела и пчеловод. Так, еще заново, можно? Ну давай. Пчела и пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет, и танцы унесет. Бжи, бжи, бжи. Мы просто пчелы, мы просто пчелы, никто не знает, куда пропадают пчелы, не летали до утра. А как там, вытру слезы, стану красиво, я сегодня буду счастлива, я королева ночи сегодня буду. А это значит точно тебя забуду. Ты теперь свободный, больше ты не модный. Прощай.